Несмотря на дождливую погоду, мы решили все-таки прогуляться немножко по этому красивому городу. И сейчас мы остановились на главной его площади и начинаем осмотр. Видим дворец правосудия. Очевидно, поздно 8 года. Да, перед нами дворец правосудия и левосудия. Кто сколько даст, ту сторону чаши весов вот этой вот богини и перевесится. Готические шпили, церкви и башен очень украшают каждый город, особенно маленький старинный городок. Понятно, военный. Военный клюв.